Всем привет, зрители моего канала, сад Чекальна, Сызранский район. Сегодня утро уже, вчера до ночи опять работал. Вот участок со смородиной, здесь 230 кустов смородины. Покосил вчера, вон ту часть косил, старую смородину, прозапрошлую. Вот это молодая уже смородинка. Смотрите, ну тут было маленько, чуть-чуть вокруг маленько зацепил. Вот так вот, видите, она уже поднимается. Некоторые даже кусты висят с ягодой. Сейчас покажу, не с ягодой, а с этим, с цветками. Вот видите, кустик маленький, а уже ягодка. Вот. Ну вот, покосил, хочу показать. Ой, травы, я вам скажу, после этого дождей, очень дожди у нас были, я говорил, кто следит за нашим каналом, дождей много было, и травище, мам, не горю, я полыни вообще не знаю, брызгать буду, наверное, опрыскивать между рядов аккуратненько, не приближаясь к деревьям. Ну вот это вот у нас прошлогодние кусты. То есть они уже второй год. Вот, видите, мороз еще, видите, подвел кустики. Это ягоды. То есть вот это вот уже завязи были бы. Мороз нас подвел. Вот такие кусты небольшие. Полив стоит у нас. Вчера вот постриг, видите, как аккуратненько стало. А то трава прям выше этих кустов забивает смородину. И на триммере внутри там подшипник, видать, рассыпался на голове, на этой, где, короче, стоит шпуля. Под шпулей, короче, вот это вот, сама центр головы рассыпалась, видать, внутри подшипник, потому что она крутит через раз. Но не скорости нету такой. Я снял, разобрал. Она прокручивает. Сегодня в магазин поеду, возьму. Хотел начать уже ряды яблочные, но не удалось. Вот, сломалась. Ну, короче, вот такая вот у нас работа, как всегда. Все время с работы. Рынок, работа до ночи. Все дела делаем. Трава растет, потому что не по дням, а по часам. Много очень полыни. Вот в основном та часть огорода полыни заросла, которая первая посажена. Здесь поменьше. Вот. Средина у нас трава такая, типа осоки. Вот этот такая режущая трава. Но она нормальная, мне нравится она. Ее просто подкашивать. Она для чего? Чтобы яблоки, когда будут, уже падают в траву. Они не так сильно разбиваются. Хочу сам такую траву, чтобы было. Но увидим. Ну все, наверное, что хотел рассказать сегодня, показать. Кому что понравилось, ставим класс, лайк. Подписываемся на наш канал Сад Чекальна, Сызранский район. Ну и следим за следующим видео, как растет. То есть наш сад. Все, всем пока, удачи, ребята.